Если с работниками низшего звена в корпорациях все прекрасно, то найти квалифицированного топ-менеджера трудно. Западные инвестиционные банки привыкли брать управляющих с 30-летним стажем работы. Ну где взять такого менеджера, если бизнесу в России всего 15 лет? Поиском подходящих кадров занимаются специальные люди – хедхантеры. Работа почти как у детектива – слежка, прослушка и сбор компромата. В свое время был очень интересный заказ у Каха Бендукидзе, который просил найти, как он выразился, достижителей. То есть людей, которые, может быть, у них нет MBA, может быть, у них нет соответствующих регалий, нет там десятилетнего опыта работы с крупным бизнесом, машиностроительным, но которые вот умеют достигать результата в другом бизнесе. Ему таких людей нашли.